две реанимации, пожарка. Вообще нехило. Вот это да. Еще даже нехилый лабарик. В Екатеринбурге в половине первого часа пополудни на проспекте Космонавтов возле 85-го дома в несанкционированном лобовом таране сошлись Hyundai Accent и Lala, то есть Lada Largus. Инициировал стычку 23-летний пилот Акцента, который с 24-летним пассажиром катился в сторону Верхней Пышмы. Видимо, не держал дистанции вот в тот момент, когда впереди ехавшая машина резко привстала, пилот Hyundai, дабы избежать атаки в корму, увернулся на чужую, где нос в нос замолотил первую встречную Ладу Ларгус. Вот это выбор! Мог бы вонзиться в стоящую попутную машину, но рулевой Акцента выбрал жертву на встречном курсе. Ну, видимо, человек любит экстрим, любит погорячее. Уж коль скоро замеса не избежать, пусть уж это лучше будет таран лоб в лоб на суммарных скоростях, чем грустно-унылое долбление в зад. По данным ГАИ, в замесе травмировались три человека. У виновного рулевого Акцента ЧМТ и сотряс головы, у его пасса перелом ребра и ключицы. Кроме того, повредился здоровьем и невиновник в этом ДТП 41-летний рулевой Ларгуса. Он тоже, как и Hyundai Vot, треснулся головой, и медики ему надиагностировали сотрясение и черепно-мозговую. Все трое пострадавших на каретах уехали в ближайшую 23-ю травматологию.